Так, это у нас глава 9. Врата называется. Погнали. Чуть-чуть в проёбе был. Полагаю, это ворота. Адамс, убери часового. Так точно. Что нас там ждет? Армия. Небольшая. Офигеть. И как пробиваться? Это поможет. Ладно, заряжай. Да ты шутишь, что ли? Это же белый фосфор. Я в курсе. Но так нельзя. Вы видели, что он У делает? У нас нет выбора. Выбор всегда есть. Нет. Не тот случай. Заряжай нахуй. Белый фосфор. Пошли нахуй. Командир Уокер, мы ждем. А как? Шел. Готовься стрелять. Это приказ? Именно так. Так, включаю камеру. Вон они, на балконе. У нас чужие. Мотив. Камера включена, Сет. Есть система наведения. Готовы? Я понял. Ты тут, ля, тут у меня скоп отбежала. Ребятки. Все кончено. Он прав, Уокер. Ладно. Закончим. Спускаемся. Скорее к воротам. До прибытия подкрепления. Блядь, хороший миномет вообще-то. Хуя себе. Троем разъебали, блядь. Батальон. Это ну да. Бля, братик, давай. Отдыхай. Блядь, ебать, шестом. Это уже слишком. Замолчи. Что ты сказал? Ты мне доверяй. Закрой рот и не вдыхай. Так точно. Боже. Ну, это было... Идем дальше. Это. Чтоб они не мучали. Уокер, ну же! Я... Ему не помочь. Можешь. Помогите! Пожалуйста! Я прошу! Шо, Уокер, а шо я? Шо, чем помочь? Так-то... Все, гаечка. Идем. Идем дальше.
За что? Вы сами виноваты. Мы помогали. Что? А нет. О, да. Ебатушки. Это гражданские? Откуда они? Здесь же нет лагерей. Они из гнезда. Из отеля у фронта бури? Нет, 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 нет. Это не похищенные гражданские. Невозможно. Это они. Поэтому Гулт начал штурм. Дело не в воротах. Он спасал своих людей. Это ты во всем виноват. Прекрати. Мы пойдем дальше. Что? Подкрепление вот-вот прибудет. Надо идти дальше. Но, Уокер, ты не... ты даже... Эти ублюдки заплатят за все. Так вы со мной или нет? Блять, что за жесть тут творится-то? Вот они! Мясники! Открыть огонь! Они идут! Укрытие! Открыть огонь! В атаку! Они взяли высоту! Наплевать! Захватить ворота! Уокер! Один вне укрытия! Мы бежим! Противник убит! Противник пошел! Да ёб твою, дайте попасть. Слева, у страйкера! Под огнём, ищу укрытие! Сукин сын! Ты, конечно, подожди, да, всё нормально. Не, просто не понимаю, какого хуя, типа, америкосы против америкосов сейчас воюют. Передай, он на виду! И еще один. Вот этого не понимаю. Типа, чё за хуйня, а чё они тут друг на друга? Это, остопиздились. Прикройте меня! Цель поражена! Всё, спадки. Нам нужен
бы не шел, нахуй, не надо. Получайте! Охуенно. Противник пошел! Противник убит! Не-не-не-не-не-не! Меня прижали, не могу высунуться! Прости, потерпи. Блять, луга нахуй! Ты хули не посвечивайся. Сейчас я вас всех спасу, ебать, заебали. Ай, ёб твою мать, блядь. Бля, Серёг, прям всё заново. Убейте их! Чёрт! У нас гости! Ебать! Граната! Осторожно, у него дробовик! Пошёл я нахуй. Вы что? По какой, блядь? Отстарался! Чёрт! Адамса ранили! Под огнём ищу укрытие! Лежать, сука! Заряжай! Очередной противник! Адамса! Адамс, блядь, ты заебал. Сядь нахуй. Вставай! Ты да не уже. Он на виду! Минус один! Иду, братик. Минус один! Враг убит! Все кончено, Уокер. Они мертвы. Отлично. Начинайте поиски. Может, нам удастся понять, что здесь происходит. Карты, припасы, патроны. По мне, так обычный блокпост. Нет. Надо посмотреть наверху. Смени магазин. Неизвестно, что нас там ждет. Вряд ли будет тяжелее, чем снаружи. Эй, осторожно, Луго. Нет. Он прав. То, что там произошло, это ужасно. Но нас вынудили. И я знаю, кто. Кто же? Готовьтесь. Что за черт? Фосфор. Черт, 100 лет бы его не видеть, но это снова он. Смотрите, жетоны. Комсостав Конрада. Я знал их всех. Не лучше, чем я.
Он знает про нас. Это не согласны. Они взбунтовали. Ужасная глупость. Я их не виню. Они и поступили по совести. Но чтобы поддержать порядок, пришлось преподать им всем урок. Полковник, я капитан Уокер. Капитан Уокер. Да, я вас помню. Кабул, кажется. В тех обстоятельствах вы держались прекрасно. Полковник! Я говорю вам об этом. Что происходит? Мы выживаем, капитан. Как умеем. Пытаемся выжить в критической ситуации. Но это вы знаете. А остальное увидите сами. Это Дубай, господа. Что происходит?